Грибной сезон в самом разгаре. Тут и там жители края собирают белые грибы, маслята и лисички. О своих находках они рассказывают и в социальных сетях. Здесь же делятся и советами, как, а иногда и где собрать полную корзину. И, пожалуй, главным ориентиром для многих грибников края остается сообщество во ВКонтакте, которое так и называется «Грибники Барнаула и Алтайского края». Сегодня у нас в гостях один из создателей этого сообщества Руслан Муравьев. Руслан, добрый день. Добрый день. Мы знаем, что грибы для вас это прям главное увлечение. Расскажите вообще, как вот все началось, с чего началось ваше хобби? Мое хобби началось из банального похода со своей уже сейчас супругой за ягодой. Как раз был сезон земляники, мы решили пойти пособирать землянику. Она знала место недалеко от Барнаула, в районе лагеря «Медвежонок» и «Спутник». Это вот в районе Борцовой заимки. Пошли мы по эту ягоду. Ягодка попадалась в тот момент, кстати, не очень. Нашли мы один маленький, беленький гриб. Вот. Естественно, мы его взяли с собой. Вот. Пошли дальше гулять по лесу в поисках и ягоды, и просто прогуливались. И неожиданно нам навстречу попался еж. Жена даже испугалась немножко его с криками: «О боже, кто это?» Вот. Я ей говорю, что ты сама ежа-то напугала. В итоге мы подошли к этому ежу, ну, посмотрели, разглядели его. Вот. Что, ну, этот грибочек как раз у нас с собой, мы ему возьми, прилепи ему на спину. Угу. Хотя сами знаем, что ежики хищники, не питаются, и ежик с этим грибом ушел во свояси в кустики. Все. Вот. Ну, тут как раз через, может быть, неделю-две начался сезон грибов. Жена мне говорит: давай съездим, поищем. Хорошо. Вот. Ну, приехали на то же место, где мы собирали землянику, и решили, а пойдем проверим, где мы ежика встречали. Подходим к тому месту, а там маслятами все усыпано. Мы, ух ты, и с тех пор у нас это называется ежикова полянка, мы так и называем. И все, начали от этого места исследовать. В итоге мы в тот день вернулись домой с уловом маслят. Вот такая вот, это начало моей грибного увлечения. И когда начали увлекаться? Ну все, вот меня это заинтересовало, вошел в азарт, как можно сказать. И сколько лет уже? Получается, уже, наверное, четвертый или пятый год, сейчас могу, сомневаюсь, сбился за это. Ну, вот не так давно я, на самом деле, увлекаюсь, ну, развиваюсь в этом плане, по крайней мере. Жена, наверное, сама не рада. Ну, есть немножко такое, когда тащу домой много грибов или слишком часто в лесу нахожусь, когда есть какие-то другие дела по дому, например. Ну, это как с рыбалкой. Как с рыбалкой. Ну, вы в этом деле не новичок, знаете, наверное, уже абсолютно все. Вот расскажите, какие, может быть, самые редкие грибы вам встречались у нас в лесах, в лесополосах? Самые редкие? Так, ну, самые редкие какие... Так вот, навскидку не могу вспомнить. Но вот у всех есть такой гриб желчный. Он очень похож на белый гриб и на подберезовик. И многие его путают. По крайней мере, новички. Угу. Вот. Он не ядовитый, этот гриб. Вот. Но он просто несъедобный из-за своей горечи. Угу. Вот. Он как бы встречается не так часто, да, но... Может быть, если там на один, на 100 белых, там, ну, может, 2 горчака может при желчного гриба приходиться. Ну, вот как раз для новичков интересно, наверное, нашим телезрителям, как вот сразу по внешнему виду гриба понять, что это ядовитый гриб? По внешнему виду? Ну... Просто есть стереотип, говорят, что яркие грибы, они вот видом своим отпугивают, да? И говорят о том, не что... Не всегда. Они, вот. Так вот, та же поганка, она ведь белая. Вот, про редкий, извиняюсь, что это, про редкий гриб вспомнил. Я еще сам пока не находил этот гриб. Дубовик или под дубовик, правильно будет. Растет, да. Под дубом. Он не обязательно растет под дубом. Он образует микоризу также с березой, с лиственными и другими деревьями.
В нашем сообществе люди делились, находили как раз дубовик. Мне вот, естественно, вызывает это тоже азарт найти. Даже знаю, где у нас неподалеку с Барнаулом есть небольшая дубовая роща. Туда наглядывал, но мне удачи не было на моей стороне. Не нашел я этого дубовика в этот момент. Вот. Но люди иногда находят. Они попадаются редко у нас. Так, а в основном они растут южнее, где вот Краснодарский край, вот там обильно. Вы уже задели тему сообщества. Расскажите, вот идея основная была, когда сообщество создавали. Вообще для чего это сообщество? Просто похвалиться своими находками или что-то еще? Ну, я вступил в это сообщество, грубо говоря, когда там было около 600 подписчиков. А, уже даже так? Да. Вот. Сейчас уже более, наверное, 7 тысяч стало грибников. Ну, естественно, хотелось узнать, где можно пособирать. Вот я увлекся этим делом. Хотелось узнать, где можно походить в районе города, где поискать, какие места грибные есть. Вот. Ну, естественно, целью, наверное, на первом месте, естественно, люди хотят узнать, где все-таки, в каком направлении хотя бы, где можно поискать гриб? Ну, может быть, откройте нам уже завесу тайны, где можно найти большую поляну грибов? Ну, смотря какие интересуют. Например... Съедобные. Нет, съедобные, понятно. Вот, например, масляты любят расти в молодых сосновых посадках. Вот такое же есть вот как раз, где мы возле лагеря находили, рядышком. Я собираю рядом с Черницком, там есть посадки елочек как раз вот. Там собираю маслята. В основном предпочитают, вот, если хочешь маслята найти, ищешь среди молодых сосен. Белый гриб, он любит, естественно, если ищем, мы говорим про боровика, он в бору любит мох зеленый, либо белый лишайник. Угу. Вот, это вот самые основные. Видишь белый лишайник, идешь, смотришь... боровика. Ну, это вы уже сейчас с опытом знаете, где что искать. А попервой это вообще как было? Может быть, даже травились? Нет, тьфу-тьфу. Не пришлось. Читал справочники. Сейчас в угоду интернета много всяких видеоресурсов. Также грибные каналы существуют, где вот начал увлекаться, интересоваться, чтобы как раз не попасть так, чтобы потом лежать в больнице с отравлением, а то и, может быть, того хуже. Угу. Ну, в шахматах есть примета: упал король, будет проигрыш. Может быть, есть какие-то приметы и у грибников? Да, конечно, есть. Все вот всегда спрашивают, когда начинаются весенние грибы, сморчки, строчки. Есть примета. У осины сережки, не проворонь, сморчки у дорожки. Вот такая есть примета. Что, например, ну, вот когда серьги падают, получается, у осин. Угу. Когда черемуха начинает цвести, яблони. Вот тогда это период, когда надо идти за весенними грибами. Сморчки, сморчковые шапочки. Угу. Вот так, так вот. Угу. А правда же, что нельзя вырывать грибы из земли? Нет, неправда. Это уже... Нет, ну как, вырывать, конечно, нельзя прям с землей, с грибницей. Uh-huh. А если аккуратно выкручивать, расшатал гриб, это ничего плохого не... Наоборот, даже лучше. Это уже научно доказанный факт. Микологи говорят, что и тот, и срезать, и выкручивать... Кто говорят? Микологи. Микологи. Это да. Кто? Это люди, которые, ученые, которые занимаются изучением грибов. Даже есть целая наука. Да. Ну, вы себя относите к микологам? Нет, конечно. Вы еще все еще любите? Мне еще до миколога это совсем далеко-далеко. Они более глубже изучают ядовитый гриб, не ядовитый гриб. Мы просто, грубо говоря, собираем грибники, любители. Ну, изучаем, можно есть, не можно есть их, только уже посредством науки, грубо говоря, уже изученные факты. Ну, а вот, например, сморчки, мы о них заговорили, откуда такое название? Это сложный вопрос, не могу однозначно ответить, хотя вот... Ну, это так, чисто любопытство. Есть строчки, вот,
они такие мозговатые формы, mm-hmm. получается. Ну, вот смотрел ролик у одного блогера. Он говорит, наоборот, строчки надо было называть сморчками, что как-то они вот страшные такие. Это. А сморчок нужно называть строчком, якобы потому, что у него как наблюдаются, как будто строчки, как будто их шили, грубо говоря, вот так вот. Расскажите, в какой сезон стоит собирать грибы? Вот вообще, когда сезон начинается и когда заканчивается этих самых грибов? Ну, сезон есть вот весенние грибы, uh-huh. летние и осенние грибы. Uh-huh. Весенние, это, естественно, начинается сезон у нас, ну, в хороших погодных условиях, когда ранняя весна, с середины апреля начинается. Ну, с середины, и, либо с 20-х числах. И идет примерно до середины мая. Ну, если весна поздняя, то, естественно, этот сроки двигаются. Угу. Вот. Видели, наверное, в соцсетях гулял фейк о том, что теперь в лес нужно будет ходить чуть ли не с линейкой, измерять там диаметр шляпок. Как вообще к этому отнеслись? Ну, почему-то ожидал такого вопроса. Ну, я думаю, что это фейк. Кто будет, не знаю, проверять в лесу, кто будет знать, следить, будут что ли полицию ставить в лесу на каждом въезде, будут проверять машины, но машину проверять, это надо, нужен быть этот, с кем смотрят машину, забыл. Вот. Инспектор? Не инспектор, понятой, вот, должен быть понятой. Они скажут, что, может, я не срывал, я, может, купил эти грибы, вот сейчас у человека в лесу. Ну, как это доказывать? Хорошо, линейка нам пока не нужна. Отметаем, что важно взять с собой начинающему грибнику обязательно в лес. Естественно, средства. Ну, не будем брать в расчеты, что инвентарь для сбора. Конечно. Вот. Ну, для инвентаря, для сбора лучше, конечно, брать ведро или корзину, так как в пакете грибы портятся во время, мнутся во время, когда ты ходишь. Да и когда ходишь по лесу, если с корзины, споры рассыпаются, в итоге грибы потом размножаются. Вот. Что еще? Естественно, средства от комаров. Когда идешь в лес, это всегда есть комары, мошки. Клещи, самый наш злой враг в этом деле. А лучше всего что? Когда? Утром или вечером? Ну, наверное, утром, потому что и не такая жара, если идешь летом. Ну и поговорка, кто рано встает, тому Бог подает. Можно успеть вперед других грибников на богатых местах грибах, на популярных. Вот. Кто раньше приехал, можно больше, естественно, собрать. Угу. Вот. А интересный случай вот во время сбора грибов. Может быть, что-то самое яркое вспомните? Как я испугался зайца, наверное. Аж закричал на весь лес, наверное. Шел увлеченно, естественно, рассматривал грибы, голова вниз опущена. Ну и, видимо, зайчик притаился, думал, что я его не замечу. Вот. И я подошел к нему настолько близко, ну, примерно в радиусе метра от него был. И он как с кустов сиганет. Я, естественно, аж вскрикнул. Вот так вот. Аж потом ноги немножко дрожали. А сейчас у вас, как часто домой вот в корзинке приносите несъедобный гриб? Несъедобный гриб? Да, наверное, ни разу не приносил, потому что есть такое железное правило у грибников. Не знаешь, не бери. Если я не знаю, какой гриб, я взял, сфотографировал, например, если да, это с разных сторон, и потом лучше дома выяснил, съедобный этот гриб или несъедобный. В сообществе тоже, наверное, помогает. В сообществе, да, можно этим узнать. Есть специальный у нас даже раздел, что опытные грибники помогают новичкам как раз в определении гриба. Руслан, спасибо вам большое за беседу. Ну, а мне остается только добавить. Не засиживайтесь за экранами, а пока погода позволяет, смело отправляйтесь наполнять корзины. Тем более, что с секретами мы с вами поделились. До встречи!